исполнение выброса четверного Сальхова, но и в целом манерой катания. Программы у них неплохие, спортсмены хорошие, а то, что они выступают дома, добавляет им народной парижской любви. Итак, Ванесса Джеймс и Морган Сипре, спортсмены из Франции, они были четвертыми на Skate America нынешнего сезона. Для них это второе появление на этапах Гран-при. Музыка из 50 оттенков серого. Интересный выход после поддержки. Сама поддержка, не думаю, что пошла в какой-то высокий уровень. Ну, зато Сальков исполнил. Сделано. Понятие параллельно для них немножко не существует. Просто, можно сказать, сделано. Да, кто куда прыгал, это другое дело совсем. Евклидова геометрия не совсем про французов. Вот это интересно. Вот она к нему прыгает в руки, а оттуда, оттуда она делает флип. На разминке сделала чисто двумя поднятыми руками. Жалко, когда немножко не получилось в программе. Интересный спуск с поддержки. Два, три, ну до четырех не дотянули. Дорожка поставлена. Интересно. И музыкально. Нравятся мне эти французы, не все у них получается, но интересная пара. Ну, катаются уже много лет, много лет катаются вместе. И хорошие штучки. У них всегда какие-то есть новенькие штучки. Находками, да, балуют публику. Вот там здесь, например, да? Ну вот я смотрю, что правильно.